I wouldn't suggest this, but it was something. Лучший симулятор Gamescom E3 2013. Добрый вечер всем. Мы продолжаем нашу трансляцию сегодняшнего игрового дня. Это Join Dota MLG Pro League Season 1. И матч на данный момент Team Empire против Moscow 5, которые играют за Radiant. Со стороны команды Dire, конечно же, одна из наиболее популярных СНГ команд Team Empire. Недавние триумфаторы старладовского Лолана, да и просто отличные ребята. Банапик у нас уже начался. Со стороны команды Empire у нас уже в баню ушел Axe и Juggernaut. Со стороны команды M5 в бане у нас уже Wisp и Troll Warlord. По пикам уже, собственно, более-менее что-то вырисовывается. Dazzle у нас в пике со стороны команды M5 и Brewmaster там же в пике для Moscow 5. Vengeful Spirit или Контроп уже отошел к команде Empire. Ну что, по статистике матчей этих команд последнего времени, что можно, собственно, сказать? По статистике Empire, конечно, держит лидерство безусловное. Вот, Empire, опять же, сейчас на коне. Это дело не только в их значке. M5 показывает не самую уверенную игру, поэтому, конечно, преимущество за Empire и, как и, собственно, ставочные все сайты ставили ниже коэффициент гораздо на Team Empire. Хотя, с другой стороны, вчера M5 показали, что способны сражаться и способны сражаться на самом высоком уровне. Они наказали команду Virtus.pro во встрече, которая была в рамках этого же турнира. Вот, поэтому от M5, в принципе, ожидать можно чего угодно. Ну, посмотрим, как реализуются сегодняшние пики и что вообще у ребят будет с комбинациями, да и с реализацией самих персонажей. А в бане у нас также со стороны команды Team Empire ушел Туск и ушел Shadow Fiend и Storm Spirit. Storm Spirit, очередной фейл. Storm Spirit у нас уходит в баню от M5 и ждем четвертого бана. Что, собственно, по пику можно на данный момент сказать? Brewmaster у нас имеется для M5 вчера. Против команды Virtus.pro Brewmaster у нас фармил легкую. Помогал ему все тот же Dazzle, если не ошибаюсь. И еще один саппорт. Ну, какого пикнут, посмотрим. Вот, Брю у нас, скорее всего, не мид-персонаж. Вот, Ликан от Empire тоже понятно. Это лайн Ликан. Тут, в принципе, особо вариантов немного. В лес его отправлять не так много смысла. Разве что с минуты 15-20. Vengeful Spirit это у нас лайн саппорт. Тоже, собственно, классический персонаж. Привыкли мы, в принципе, видеть Вингу, которая по лайнам ходит, роумит и каким-то образом в связке с каким-то из саппортов умудряется делать ганки. Я неоднократно обращал на это внимание за последние два дня, но каждая Винга, которая была у нас в пике, ни разу не приходила на соседнюю линию и не устраивала ганки. Винга, я так понимаю, берется для подсейва персонажа, для использования свапа. То есть меняешь героя местами и сам умираешь, а твой мейн-кор-герой, в принципе, остается живым. Ну, понятно, Vengeful Spirit. Я думаю, еще поймем, кого она, собственно, должна будет саппортить. А в бан у нас четвертым уходит Tidehunter. Moscow 5 имеет еще 15 секунд основного и 46 дополнительного на то, чтобы пикнуть героя. Как я говорю, Brewmaster у нас идет в легкую фармить, скорее всего, если, опять же, повторится тенденция вчерашнего дня. А кто пойдет в мид, пока что не ясно. SF-а забанили Empire, поэтому SF-а, разумеется, мы там уже не увидим. Ну, Empire, в принципе, Empire забанили SF-а и отвечают Найтсталкерам команда Moscow 5. Это мид Найтсталкер, и это уже интересно. Это олдскул Dota, это Ваня Артстайл и все еже с ним. Посмотрим на реализацию Найтсталкера. Мне такие персонажи нравятся, мне они симпатичны. Быстро бегай, сильно бей. В принципе, персонаж классный, интересный. Ну, как минимум, для просмотра он много профита дает. Экшен хороший, в принципе, драки по всей карте. Все это ярко, интересно и хорошо смотрится. Это чудесно. Так, одну секундочку. Все, в принципе, возвращаемся. Третий пик у нас со стороны команды Empire.
кого у нас забирают имперцы, мы узнаем через максимум 75 секунд. Ну, мид пока что тоже еще не выбран. Не выбран один лайн саппорт, да или просто саппорт. И не выбран, разумеется, еще хардлейнер. Со стороны М5 тоже нет хардлайна. Ждем, что у нас будет с хардлайном. ZXC, кстати, вчера играл с стендином. Сегодня, я так понимаю, он играет уже основным персонажем за М5. Не смотрел я, не следил за новостями. Неужели подписали они ZXC? Ну, в принципе, мало в это верится. Но если так, то поздравляю М5 с этим. Ancient Operation у нас уходит к Империи. Ну и пик становится еще более интересным. Империя, в принципе, имеет неплохих саппортов, которые могут роумить, которые могут на лайне устроить Ликану просто райскую жизнь и загнать хардлейнера, который придет и будет пытаться что-то там подворовывать на сложной. Так что посмотрим. Ну, все зависит, опять же, от лайн-саппортов команды Moscow 5. Как они смогут передамажить своих соперников, как они смогут что-либо противопоставить оппонентам. 32 секунды остается до последнего пика, точнее, до четвертого пика команды M5, и у команды Empire немножко больше времени. Ну, долго думает скрин. Видимо, что-то выдумывает более-менее интересное. Даже, собственно, загадывать нечего. Да, мы ждем хардлейнера и ждем еще одного саппорта, кто бы у нас на хард хорошо зашел. В принципе, по этой строте на хард неплохо бы можно было взять. Вот его можно было бы и взять. И скрин немножко раньше, чем я сказал, берет Бристлбека. Бристлбек — популярный персонаж в доте последних лет. До каких последних? Последних месяцев даже. Бристлбек, в принципе, часто пикабельный парень. И либо в баню, либо в пик отправляется без каких-либо разговоров. Причем при любой стратегии, при любой катке. Ну, персонаж сам по себе универсальный. Тоже можно сказать и о Найтсталкере. Быстро бегает, сильно бьет, много впитывает в себя дамаги, выживаемость чуть-чуть повыше, конечно, чем у Найтсталкера, но и с руки бьет немного слабее. Зато спреем навалять сможет точно. И Ликана прохарасить жутчайшим образом. Ancient Operation просто не вывозит. Тимберсо у нас для сложной берется со стороны команды Empire. И персонажи, конечно, чудесные. Каждый из персонажей готов внести некий дисбаланс в эту игру. Начиная от Дазла с Грейвом и с каким-то подсейвом сумасшедшим Брюмастера, который в Primal Split расскажет Найтсталкера, который просто чокнутый. Бристлбека, который непробивной. Тут Тимберсоу, Ancient Operation с ультом. Ликан, которого хрен поймаешь. Винга, который этого Ликана сейвит. Ну, короче говоря, дота обещает быть супер интересной. Тем более, напомню, у нас российское дерби Moscow 5 против Team Empire. Заруба должна быть более-менее хорошей. К тому же, я думаю, Империя рассматривала вчерашний матч против Virtus.pro команды Moscow 5 и понимает, что готовиться надо чуть-чуть поинтереснее, чуть-чуть посильнее, чем подготовились их, опять же, соотечественники из Virtus.pro, которые, в общем-то, втерпели на первой игре против Moscow 5. Вивер у нас уходит в баню от М5 и последний бан от команды Empire. Десять секунд остается. Это уже дополнительное время на секундочку. 10 секунд остается для того, чтобы Silent смог забанить последнего персонажа. И что, 2 секунды до конца, и банится Луна. Луну отправили в никуда. Ну и значит, а что? Team Empire не видели стратегию. Они думали, будет кор-герой, который, в принципе, будет стоять и фармить. Вряд ли. Фармящий будет Брюмастер, я думаю. Найтсталкер будет на миде. И Бристлбек будет на сложной. Банить, скорее всего, надо было саппорта. Я думаю, какой-то саппорт мог бы здесь появиться. Сайленсер, даже вот Лина. Лина — это чудо. Ну, я уже не берусь обсуждать набор скиллов Лины, но Лина, конечно, вносит дисбаланс в игру. И этот БКБ, игнорирующий БКБ ульт, выключение одного персонажа стабильно. Тут Винга, в принципе, может никого и не свапнуть, как и аппарат. Если подойдет близко к файту, тоже у нас отъедет. Без каких-либо колебаний в
в таверну. Ну, Лина это круто, Лину не часто пикают, но на нее всегда приятно смотреть. Опять же, станы, за которые действительно стоит болеть. Это не станы точечные, это стан по локации, и попадет, не попадет, попадет, не попадет. Короче говоря, такие персонажи приятно комментить, приятно смотреть. За таких персонажей, я думаю, не очень легко и приятно играть, потому что ты не всегда уверен, что стан твой пройдет, но Moscow Five равнорукие, насколько хочется в это верить. И пак заходит последним пиком для Team Empire. Ну что, по персонажам. Vengeful Spirit, Lycanthrop, Ancient Operation, Timbersaw и пак со стороны команды Empire и Moscow Five отвечают Dazzling Brewmaster'ом, Night Stalker'ом, Bristol Beck'ом и Линой. По лайнам, в общем-то, с Moscow Five мне практически все ясно. Единственный вопрос, куда отправится Лина. Ну, скорее всего, Лина будет у нас с саппортом, потому что Найт Сталкера, пожалуй, стоит поставить в мид. Либо Брюмастера стоит поставить в мид, а Найт Сталкер должен быть фармящим. То есть мид Лины мы здесь, скорее всего, не увидим. Ну, а если увидим, то, не знаю, бог судья тогда команде Moscow Five. Team Empire по лайнам тоже, в общем-то, никакой загадки в этом я не вижу. Пак, скорее всего, отойдет у нас на мид. Либо Ликантроп, опять же, может быть на мид. Но больше ставлю ставку на... Что такое? Все поотваливались? Один я остался? Пикаем Пуджа. Все, выигрываем доту. Что у нас произошло в доте? Одну секундочку. Поотваливались все герои. Ну, это их дело. Видимо, будет пересоздана катка, как я понимаю. Одну секундочку, не переключаемся. Да, пересоздается у нас игра. Значит, через 50 секунд стартанет заново матч. В принципе, герои все были напиканы. Ничего страшного не произошло, ну, кроме того, что мы потеряли 2 минуты времени. Через 2 минуты мы с вами опять услышимся и продолжим просмотр этого, безусловно, интересного матча.
Ну что, возвращаемся к матчу. У нас команда Empire против команды Moscow Five с третьей попытки. Попробуем посмотреть все-таки эту игру. Первый раз персонажей пикнули и отвалились из-за интернета игроки обеих команд. Второй раз пикнули не то, что пикнул-то было заранее. Spirit появился в пике, и таким образом пришлось перезаходить игрокам обеих команд, заново начинать эту игру. По персонажам сразу давайте разойдемся. Если игроки команды Empire, в принципе, всем известны по именитым и известным всем турнирам, которые проходят практически каждый месяц-два, то M5, в принципе, с экранов Star серии, да и прочих мейн-турниров отстали, и имен их не все знают. Скрин у нас играет на Nightstalker, Slander у нас играет на Bristol Becky, Айва играет на Brewmaster, Bignum на Dazzle. Отыгрывает и ZXC на лине. Играет ZXC, если что, вчера практически в соло унизил команду Virtus.pro. А это вам не шутки. Так, и со стороны команды Empire. Yoko у нас отыгрывает на TimberSoul. Always Wanna Fly играет на Ancient Operation. Resolution играет на Lycanthropia. И Aloha Dance на Vengeful Spirit. И Silent уже играет на Паке. Все-таки Resolution у нас будет играть на Lycanthropia. Это немножко удивительно. Так, Aloha Dance у нас подцепили. Пошел клей под Брюмастера и... Айва забирает первый фраг в этом матче. В пятером оказались, да, в четвером, точнее, оказались здесь игроки команды M5. В конце еще подошел сюда Bignum. Ну и разобрали по кусочкам у нас, кто у нас там отъехал. Отъехал у нас Aloha Dance на Vengeful Spirit. Ну что, для начала у M5 прекрасный, в принципе, задел. Resolution здесь поджимает у нас скрин. Отлично это делает. Будет ли стан? Да, пошел стан у нас от ZXC. Скрин, еще один удар по горбу. И Лина забирает второй фраг для команды M5. Это просто чудесное начало. Moscow Five, видимо, решили тряхнуть старину имени и показать, что рано мы со счетов списываем эту команду. Ну, я списываю. Может, кто-то еще списывает. А может, в принципе, и верят в них ребята. Ну, за Moscow Five можно за прошлые заслуги топить, я думаю, до смерти. Так, Айва у нас отходит на мид, это все понятно. Против него Always Wanna Fly на Ancient Operation, но это, видимо, до тех пор, пока Resolution вернется из таверны на лайн и начнет фармить против Брюмастера. Ну, Брю стоит неплохо против Ликантропа, а Ликантроп, в свою очередь, неплохо стоит против Брюмастера. Тут какого-то явного преимущества я не могу нарисовать и сообразить, поэтому, в общем-то, комфортно себя должен Resolution чувствовать. Silent у нас фармящий пак. Здесь ему на подсейф Aloha Dance и Always Wanna Fly. Так, Bignum у нас ловит стан. Есть ли у Silence у пака? Да, у него есть Silence, но Silence не длинный, но этого, в принципе, хватило. Убрали у нас с карты Dazzle. Dazzle отправляется в таверну. И счет становится 2-1. Empire смогли ответить одним фрагом на легкой линии. Забрали они саппорта. В принципе, мейн-герой такой, как Resolution, у нас не отвалился, что является, в принципе, хорошим знаком для M5. А что у нас по лайнам со стороны, с нижней стороны? Йок у нас в сложной фармит в соло на TimberSoul. Здесь у нас Лина. Все-таки это, я так понимаю, фармящая Лина. Скорее всего, скрин у нас толком по фрагам ничего не делает. А у Лины уже 7-0. Фармящая Лина от ZXC. Ну все, за M5 я теперь топлю без каких-либо вообще вопросов и колебаний. ZXC на Лине. Уже у него есть нул талисман. Все для фарма, в принципе, у парня имеется. ZXC будет пытаться Йоко рассказать, что да как в доте. Выход у нас в спину Йоко. Скрин имеет, в принципе, войд первого левела. Можно попробовать засловить. Но скрин стоит так, как будто не видит его Йоко, а Йоко стоит так, как будто его не видит скрин. Но они видят друг друга и видят друг друга прекрасно. Видимо, какой-то троллинг. Я не знаю, честно говоря, что это. Да, уже троллят друг друга, стоят, крутятся на месте. Йоко даже бить его не стал. Говорит, я с тобой даже разговаривать не буду. Теперь здесь постоят рядом. Я так понимаю, это какая-то... интересная история. Даже Лина у нас смеется над этим. Что? Что происходит? Что это? На! Все. Перемирие окончено. Начинается файт. Так. ZXC у нас на фармящей лине. И ZXC по крипстату пока что вторая позиция. Он ее делит вместе с Сайлентом на паке. Сайлент имеет 15-3. ZXC немножко теперь отстает. 14-1. 15-8 у нас у Брюмастера. А что у нас у Резолюшена? У Резолюшена у нас 12-1. Резолюшен отстает, но неудивительно, что он отстает. Опять же, он слился в начале этого файта. А здесь готовится выход под смоком на нижний лайн.
Бигнум здесь уже, в принципе, примерно что-то почувствовал. Понял, что ничего хорошего, ничем хорошим такое, такая пропажа двух персонажей с карты не закончится. Так, приморозили у нас Ландера. Пытаются его засловить. Да, у нее это получается у команды Empire. И Silent забирает вместе с Ancient Operation и Vengeful Spirit. Забирают они фраг. Фраг отходит, если я не ошибаюсь, Always Wanna Fly. Все правильно. Аппарат забирает этот фраг, счет становится 2-2. По итогу этого файта 400 примерно по голде качнулись графики в пользу Team Empire. Silent, в принципе, себя чувствует вполне себе уверенно. Никаких особенных проблем у него нет. Да у него и персонаж такой, что надо очень сильно постараться, чтобы самому себе создать проблемы. 450 по голде у него есть. Есть базилка. Курица что-то несет ему. Нет, нет, ничего не несет ему курица. Vengeful Spirit... Напугала меня Vengeful Spirit, забрала руну, ничего тут, в принципе, особенного не случилось. Погоня у нас пошла за Йоку. Будет ли еще один Void? Да. Void бросает у нас скрин на Йоку. Будет ли стан от ZXC? Ну или хотя бы по спине побить немножко Dragon Slave'ом. Так, пытается у нас отхилиться Йоку. Есть еще один Void, замедление и, скорее всего, еще один фраг. Да, Nightstalker забирает этот фраг. Лина получает, получает второй ассист. КДА 1-0-2 у нее, у скрина КДА тоже 1-0-2. Классно, все, только вот у ZXC 20 крипов добито, а у Nightstalker кое-как случайно взрывной волной, я так понимаю, 3 крипа всего добито. Противостояние на миде у нас, в принципе, ровненькое, никто ничего особенно не делает соперникам, стоят, фармят крипов. Ну, у Айвы это получается немного получше, у него 31 на 9, у Резолюшена на Ликантропе 19 на 2. Готовится у нас выход, как я вижу, на мид. Нет, Алоха Дэнс передумал. Да, он передумал, он пойдет на Сландера. Выход будет в спину, но для этого нужно подогнать Бристлбека немного ближе к Тауру. Так, встреча у нас здесь будет. Алоха Дэнс уже загулял и, я думаю, пришел, в принципе, к своей цели. Хотя прямо противоположный. Не убивает он никого, зато сам умудряется отдаться на Найтсталкеру на секрет-шопе. Моментально М5 проюзали смок, и, я так понимаю, готовится попытка выйти все на тот же злополучный для команды Empire топ-лайн. Здесь у нас пак стоит в соло. Есть, в принципе, уже фир у Nightstalker. На улице ночь. И Silence будет висеть достаточно долго. Будет ли наплевывать Бристлбек в него? Сландер уже должен выходить и быковать. Так, Silence в Silent'а пошел. Войд проюзали. Но, наверное, не хватит. Я думаю, не должно хватить дамаги. Silent успеет ли в фейсшифт? Да, уходит он в фейсшифт и уходит под... Ах, свой тауэр. Замедление воет. У Сайлента очень мало хп. Стики проюзаны. Уходит фейс-шифт. Еще один удар. Скрин забирает. Точнее, Бристлбек забирает этот фраг. Скрин был вплотную, но Бристлбек с спреем забрал этот флаг. Так, Always Wanna Fly. Еще один воет у нас получает. И здесь Nightstalker должен с руки доковырять. Маны у Always Wanna Fly никакой не имеется. Скрин запутался в трех соснах. И еще один удар на Always Wanna Fly. Но он уже пришел от Брюмастера. Клэпнул Брюмастер, забрал Always Wanna Fly, и след за ним отправляет Алоха Дэнс. Ну что, 7-3. 7-3 по итогу этот файт закончился со счетом 1-3, по-моему, если не ошибаюсь. Где-то у нас отъехала Лина, но Лина здесь в соло отъехала на нижнем лайне. Резолюшен, скорее всего, ее и забрал. Да, пришел Резолюшен. Пока у нас там была Кавабанга на топе, не заметили мы, как отъехала у нас ZXC в таверну. Йоку здесь тоже биты, значит, бодались очень неплохо. И вижу, что в КД... Лагуна Блейд у Лины. А значит, Йокона получал по своим железным щам очень и очень неплохо. Так, что у нас курьер несет? Курьер несет дагер на в начале 8 минуты. Ну, так, не будем, в принципе, снобами. Скажем, 7 минут хватило Айве для, на то, чтобы нафармить дагер. Но это, опять же, дагер после батла, после щитка и после Boots of Speed. Айва должен... В принципе, гордится собой, как и его команда. 7-3 выигрывает Moscow 5. И на этом и базируется преимущество. Основное героев. Давайте посмотрим, что у нас по графикам. 2000 по голде и всего лишь 300 по XP. Empire фармит чуть-чуть получше. Ну или где-то как минимум XP хаботит не меньше, чем M5 на массовых файтах, которых у них, которые им, в принципе, удается выиграть. Бристлбек имеет у нас 315 по голде. Курица ему что-то несет. Да, Сландер улетит банка. Да и, в принципе, все. Пока что со Сландера хватит. Со Сландера. Надо за языком следить, когда этот никнейм произношу.
Так, Bristleback у нас банку себе уже несет, 500 по голде есть сверху. Так, здесь у нас хороводы Silent водят по крипам. Так, находят у нас Алоху Дэнс, нет, не находят Алоху Дэнс у нас Сландер, иначе, я думаю, не выпустил бы его. Спрей в 3 прокачан, здесь, в принципе, Bristleback прокачан в 2. Алоха там отвалился бы без каких-либо вопросов. Пришел воровать экспу и красть крипов. Не получится, не получится. Silent сам готов украсть все, что угодно, даже у самого себя. Так, Resolution врывается у нас на Always Wanna Fly. Пошел Primal Split, не уходит отсюда Always Wanna Fly. Еще и в камень залетел в Silent. Очень классно Айва отыграл. Будет погоня здесь, я так понимаю, за Silent. Silent успеет ли уйти отсюда? Даггера у него нет. Панду туда направляет. Бигнум проедает деревья и не в ту сторону поворачивает. Silent уже, скорее всего, успеет отсюда уйти. Phase Shift есть. Silent просто стал... И просто стоит, терпит в крипах. Так, фейс-шифт есть, иллюзорий орб есть. Silent уходит в кусты и ТП аут. Это правильно. Это правильное решение. 8-3 становится счет. Silent кое-как свои крылышки отсюда унес. У него это получилось. А вот кто-то там умер. Ладно, это уже не так важно. ZXC у нас под грейвом, под своим тауэром пытается каким-то образом резолюшена приговорить. На Лагуну Блейд не хватает МП. Но есть же банка, попытайся отпиться. Отпивается банка ZXC. Возможно, еще будет пытаться гнать резолюшена. Резолюшен делает ТП аут. Неужели вы не видели, куда он пошел? Да, Даггер в кулдауне у Айвы. Ну, точнее, уже откулдаунился, но врываться нет смысла. Он, я думаю, прекрасно понял, что ушел отсюда. Так, тем временем скрин забирает у нас еще и Йоку на Тимберсоу. Ну что, ребята посыпались. И вот она, команда Moscow Five, о которой говорил я минут так 9-48 секунд назад. Что эта команда вчера не простила команду Virtus.pro на первой карте и доказала, что готова бороться на самом главном уровне. И что в СНГ они как минимум топ-5 должны занимать. Так, 1500 по XP, даже чуть больше, 2000 по XP и 4000 по голде на данный момент преимущество Moscow Five. У Сландера после банки появляются Power Threads. Давайте быстро пробежимся по артефактам. Глянем, у кого что. Скрин у нас, видимо, почувствовал явное преимущество. Пошел в ранний агоним собираться. Face Boots уже у него имеется. У Брюмастера после даггера ничего нет. 400 по голде у Брюмастера после даггера. Куда же он дел деньги, не очень понимаю. Вроде и дрался, вроде и убивал. Так, у Дазла все, что надо иметь Дазлу. Носок и дальше уже по ситуации. Лина у нас имеет... Staff of Wizardry, видим, Sage Mask, это будет Юл собираться. Такая вот Лина. В принципе, Юл поднимает под ноги вот эту вот расчудесную штучку и дальше уже по раскасту. Нормально, в принципе, мув спит Лине нужен, с руки она бьет очень серьезно. Мы знаем прекрасно, да, что пассивка творит Лины после фулл раскаста. Поэтому бегать быстро тоже не будет лишним. У нас смог проюзала команда Empire и готовится выход на Рошана. Видели ли это игроки команды? Moscow Five. Нет, они не видели. Ничего не видели. Просто, причем отдали одного резолюшена. Запустили Крашану туда, к нему в пит. И вышли на ZXC. ZXC ничем уже не отбросится. Поймал он еще и Санс в конце. Пытается сделать тэп-аут. Просто испортил ТП. Но пытаться всегда все равно надо. И драться тоже надо до конца. Забирают у нас ZXC. У него это второй... точнее, это вторая уже... Вторая у него смерть. И... ZXC у нас делает счет 10-4 своей смертью. Рошан у нас падает, забирает его. Кто бы вы думали, конечно, его Резолюшн забирает. Кто бил, тот и ест Аегисы. У Резолюшн есть Аегис, а у Тимберсоу, видим, появляются Арканы. Ну, давайте глянем по наличию таких артефактов, которые можно назвать командными. Что-то хотя бы по типу Мекки. Медальон у Vengeful Spirit пока что еще отсутствует. Но, в принципе, рановато. Медальон есть зато у Ликантропа. Это уже хорошо. Мекки ни у кого нет. И, я понимаю, не будет. Йоку, скорее всего, пойдет в Soul Booster. Вот вам и вся хилка. Ой, Soul Booster. Да, по-моему, Soul Booster этот артефакт называется. Красный такой камень. В нем заряды еще. Вот, по хилу команды Moscow Five. Ну, Дазла мы не берем, конечно, в расчет. Что у нас по... Мекки. Мекки никакой нет и тоже, видимо, не будет. Ну, Дазл, который хилит, в принципе, это получше, чем ничего со стороны команды Empire, но... Не знаю, я думаю, игроки там не глупее меня, конечно, сидят, поэтому все это прекрасно понимают и понимают, насколько сыграет ставка их выхода в ранние дамаг артефакты, а не в сейвовые артефакты по типу Мекки и прочие ерундистики на выживаемость. Скрин у нас видит Always Wanna Fly, ну, выходить туда нет смысла, в принципе, под...
тауэром. Тут моментально будет ТП, и скрин может просто отвалиться. Не просто даже не уйти, а улететь моментально под свою таверну. Полетела ульта у нас вниз, я так понимаю. Забирает у нас аппарат Дазла. Да, Бигнум у нас отъезжает от ульты аппарата. И аппарат еще также попал по Айве. Айва немножко продамажился, но, в принципе, в безопасном был количестве ХП, поэтому не умер. Сайлент у нас здесь в смоке стоит. Видит ли он Сландера? Сландера, скорее всего, видит, но цель его, я так понимаю, ZXC будет. Получает он даже не в смоке, а в инвизе у нас Сайлент. Необходимо ему провязать будет ульту. Так, ставит ли Dreamcoil Silent? Да, Silent нет, не ставит еще Dreamcoil. Dreamcoil решил поставить в одного Брюмастера. Алина отвалилась просто с раскаста. И Алоха Дэнс, и Йоко сбросились по скиллу. Пак забирает у нас Брюмастера, а Йоко, в свою очередь, забирает Лину. И здесь еще и Бристл Бека могут встретить игроки команды Empire. 10-7 счет на данный момент. Давайте посмотрим файтрикап быстренько. 1500 по голде и 2000 по XP. Отыгрывает Empire, и глянем, что по графикам. А по графикам дела не лучшим образом теперь для команды M5 настали. 1000 всего по голде они впереди, и 4000 по XP уже выигрывает Team Empire. Ну, все зависит, опять же, говорю, от ранних левелов, которые получат такие персонажи, как Дазл, как Лина. Лина-то, в принципе, свое получила. Дазлу тоже неплохо было бы заиметь ульт. Ульт у Ancient Operation-то появился гораздо раньше, чем он появился у того же Дазла. Собственно, аппарат уже забрал одного парня. Дазл он, кстати, забрал. И у Vengeful Spirit только недавно появился свап, Nether Swap. Так что игра теперь будет в полной мере протекать. Увидим мы все возможные скиллы и все, на что кто способен, тоже сможем понять. Ну что, собираются у нас игроки команды Moscow 5 на миде, готовятся зайти на Т1, а здесь на подсейв Тауэра никого нет. Алоха Дэнс есть, но он решает бежать отсюда вместе с Йоко. Врываться, в принципе, некому. Здесь на топе Resolution фармит крипов. ПТ покупает, ТП, точнее, покупает и отправляется, я так понимаю, на Т2. Да, на Т2 прилетает Resolution. Тауэр пока что стоит не битый. Влетает сюда еще и ульта от Always Wanna Fly, но просто на подсейв. Moscow 5, к сожалению, для Empire, к счастью для себя, прочитали это. И вовремя отошли назад. Ну что, стали по обе стороны реки. И тут песня Александра Малинина «На том берегу» должна зазвучать. ZXC у нас готовится выйти. Так, скрин дает на сайленс на Йоку. Пак влетает, ответный сайленс на скрина. Поставил Dreamcoil на одного скрина. Это, в принципе, не так страшно. Сайлент на лоу хп пытается уйти, уходит, скорее всего, в иллюзорий орб. Да, уходит, но здесь панда наваливает очень серьезно по скорости. Здесь все, даггер раут. Панда бежит ли дальше за ним? Это нас уже вообще не интересует. Ли контрол по резолюшн. Под сайленсом пытается сюда убежать. За ним прыгает у нас Брюмастер. Брюмастер не цепляет резолюшн. Always Wanna Fly здесь разбирают, конечно, без вопросов. И что, по итогу этого файта разменяли одного Bristol Beck'а на Ancient Operation'а. Ну, неплохо. Это вообще неплохо. Для Empire так прям расчудесно. Мы сейчас увидим по файт-рекапу. 880 на 870. Ну, неважно, собственно, это. Но, тем не менее, Bristol Beck, который умирает, это вам не full support Ancient Operation, у которого вообще, кроме Hand of Midas, точнее, рецепта на нее, ничего и не имеется. Bristol Beck уже должен был решать. Он, собственно, и решает. У него есть Vanguard, у него есть Chainmail, готовится выйти в Blade Mail. Тем не менее, умирает. Умирает в файте. Это вторая смерть для Bristol Beck. Куда у нас ульта направляется? Ульта направляется просто. Это такие ульты, я называю, просто испортить настроение. Ты бежишь пешком, бежишь, бежишь, бежишь. Ловишь здесь ульту, разворачиваешься, бежишь назад. А потом, когда возвращаешься на лайн, откадашилась уже ульта у аппарата. И так целый чертов день. Bristol Beck возвращается у нас на мидлейн. Так, что у нас по героям? Ничего нового, в принципе, по артефактам у Брюмастера не появилось, разве что арканы дособирал. Дазл имеет ПТ. Не в арканы, а в ПТ пошел. Странненько. Тимберсоу имеет у нас Soul Ring. Будет выходить, в принципе, понятно во что. Так, Silent у нас имеет Blink Dagger. После Blink Dagger еще 1200. Хотелось бы увидеть Аганим от Silent'а. После Dagger'а неплохой совершенно артефакт, тем более, что ловить есть кого и зачем есть ловить. Зачем стоит ловить, тоже понятно. Здесь ульта аппарата, которая влетает в Dreamscoil, и можно разбирать будет на куски всех и вся вообще команды Moscow 5. Еще и под сайленсом Брюмастер, я думаю, если не разложится, тоже будет погибать. Один из самых жирных. Ну, толстоватый, конечно, герой Bristol Beck'а, но мы не забываем, да, это Moscow 5. Толстоватых там не отнимать.
толстоватых, точнее, не занимать этой команде. Скрин имеет у нас 1450 хп, Бристлбэк 1300, Брюмастер 1100, ну и там Лина и Дазл просто не считается. А здесь разве что Ликантроп 1500 имеет, да Тимберсоу, ну Тимберсоу 900, ну все, тут за 1000 практически ни у кого ничего не переваливает. Мягкая команда Empire, и сейчас мы поймем, насколько сильно она мягка. Так, отваливается у нас Бристлбэк, умирает у нас Vengeful Spirit, Тимберсоу на лоу хп, Йоко тоже отправляется в таверну, Скрин зарабатывает на данный момент уже стрик, мегакилл у Скрина, остается всего лишь 720 копеек до Аганима, Аганим может появиться до 20 минуты, если еще один такой удачный файт получится. В принципе, фармить-то особенно он и не фармит, 29 на 1, и мы не забываем, что это Lightning Support Скрин, который на Найтсталкере просто водил крипов в лес. Он смотрел, как фармит Лина, обливался синими слезами и пытался нахоботить хоть какие-то себе артефакты. И, как видим, пока что у него все хорошо. 5-0-5 статистика у этого персонажа. 13 убийств было со стороны команды M5, и в 10 из них Скрин у нас принял участие. Always Wanna Fly. Оппонент Скрина, соответственно, со стороны команды Empire имеет Midas уже, я так понимаю, несколько раз его или один раз так точно заюзал. И 380 на руках у него есть. Ну, это хорошо, что есть Hand of Midas. В принципе, какие-то артефакты, тот же Аганим на минуте, даже на 35-й, но насобирать получится. Ходишь, водишь караваны крипов, делаешь даблстаки для своего резолюшена или для Йоко. И где-то кое-что, ну, хоть сколько-то да подъедаешь. Ну, и можно будет Аганим заработать. А то, в принципе, мы знаем прекрасно аппаратов, ну, если нет Мидаса и не идет игра, то аппарат может вообще не вывести свои артефакты даже на 45-й минуте и даже тогда, когда вам трон сносят на 78-й. Ну, здесь у аппарата получше будут дела обстоять. Ну, что у нас с Бристлбэком? Бристлбэк у нас выходит в Crimson Guard, а даже не выходит, уже собран Crimson Guard у Бристлбэка, все есть, рецепт курица принесет, и можно будет масс файт опять начинать. Ну, мое внимание, по большому счету, как минимум ментально приковано к ZXC. ZXC у нас имеет половину Аганима, остается ему всего лишь 2000 артефакта собрать. Имеется уже половина Аганима, есть туда же и Улскепитер, есть Ботл, есть ПТ. Ну, керри Лина, это всегда интересно. Что у нас с Сландер? Сландер у нас пытается... Сландер у нас пытается огромную пачку эншентов отфармить. Ну, что, зря их что ли стакали? Так, давайте, кстати, глянем, кто сколько зарабатывает у нас в этой игре. Кто у нас пимп, а кто у нас нищеброд. Ну, на первом месте Resolution. Неудивительно. Это как бы не новость почему-то для меня. У него по киллам 1-1-2, но по фрагам... Ой, по фрагам. По крипстату он на первом месте 150 против 113 от Лины. Лина, скорее всего, на втором месте. Да, так и есть. Лина 8000 имеет. Resolution имеет нам... Resolution имеет у нас 700... 7000... господи, Resolution пак у нас 7400 имеет. И также 7400 у Брюмастера. Давайте глянем, как графики у нас пошли. 2000 по голде преимущество Moscow 5 и 3000 по экспе преимущество команды Empire. Ну, Empire собирается, Empire готовится, Empire будет потом чембить. Хотя, в принципе, и Moscow 5 будет потом чембить. Есть уже Аганим у скрина 520 move speed под фейсбуцами. Вот о чем я говорю, быстро бегай, сильно бей. Это, конечно, не артстайл Найтсталкер, но, тем не менее, тоже неплохо. Ранний Аганим — это всегда интересно и запоминающийся. Так, у Лины 1000 осталось до Аганима. Знают, что здесь есть Resolution, игроки команды Moscow 5, будет ли врыв? А чем врываться? Врываться-то, собственно, и непонятно чем. Ни у кого нет даггера, цеплять нечем. Так, у нас заходит на Рошана Айва, сбивает он Линкин сферу. Ну, Линкин, просто Линкин. Рошану попытаются максимально быстро забрать его игроки команды Moscow 5, а Empire, я понимаю, только в душе вообще, да? Не знают, что Рошана бьют. Да, не знают. Это работа Resolution по КД убивать Рошана, а в итоге Рошан падает для Moscow 5, и Aegis должен подбирать. Какая кому разница, кого, что, кто что должен подбирать. Бристлбэк выбрасывает у нас ботл и берет Аегис. 1000 по голде есть у него после Гримзон Гварда. Есть уже здесь Клака. И, я так понимаю, готовится выйти в пайп игроки команды Moscow 5. Ну, для подсейва почему бы и нет.
Так, аппарат бросает у нас ульту на мид, попадает сразу три игрока в ульту, причем напрямую попадает. Какой левел у аппарата? 9. Не сильно, конечно, дамажит ульта, но точность пока что always wanna fly. Как бы заставляет отдать ему должное. Молодец он, безусловно, по ультам. Ну, хотя кого, опять же, я хвалю. Always wanna fly без меня знает, насколько он хорош на этом персонаже. Скрин у нас выбегает, будет поиск Пака. Сайлент здесь затаился в кустах, видит его скрин. Пошел воет в Пака, Пак поднимает сам себя в Еул. Будет попытка уйти отсюда, надо через Ульзори Орб уходить. Ну куда ты уйдешь? Никуда ты отсюда уже не уйдешь. Нет, обманул всех Сайлент. Супер обманщик Сайлент. Супер. Супер обманщик. Молодец. Сайлент у нас уходит через ТП на базу. А кто у нас где погиб? Vengeful Spirit у нас отъехала внизу. А и Брюмастер тоже внизу. Это что за драка такая была? Брюмастера разменяли на Vengeful Spirit. Странно, странно, очень странно. Так, Девардинг у нас пошел от Moscow 5. Как будто они гораздо профессиональнее, чем Empire. У Empire есть Vision во вражеском лесу. Есть Vision на глифе, есть Vision... Ну, не в лесу, а... Хотя, в принципе, и часть леса они видят, да, видят спуск к руне. Должны были видеть и Рошана, но почему-то не видели. И Observe стоит здесь тоже от команды Empire. Так, драка у нас на миде. Resolution разультился, но, я так понимаю, разультился, чтобы убежать. Никого у нас никто не забрал, зато упали, упал Т1 по миду. Сайлент отправляет туда Иллюзорий Орб на мид. Драки пока что не будет. Видимо, стягивают команда Empire своих оппонентов по Тауэр. По Тауэрам действительно поприятнее будет драться. Давайте глянем, что у нас по позиционированию. Позиция, в принципе, абсолютно одинаковая, только за исключением того, что команда... секундочку. Да, что команда Moscow 5 не видит своих оппонентов. Видят только они... видят они сейчас только Пака. Ну, собственно, Empire тоже своих оппонентов не видит. Так, врыв у нас пошел от Брюмастера. Брюмастер пивко забросил в Пака. Пошла ульта от аппарата. Аппарата ульта поймает как минимум двоих, да. А здесь у нас Айван. Надо уже Primal Split провязать, чтобы на лу хп тут не слиться. Сландер, в принципе, им плевать. Хотел на эту ульту. У него нормально по хп вообще дела обстоят. У него Aegis еще есть. Гримзон Гвард проюзали. Гримзон Гвард впитывает в себя кучу дамаги. Отлично. Гримзон Гвард на 20-й минуте. Это плюс. Бристл Бэк у нас забирает Тауэр или на... тоже отходит назад. Только что вы видели, с какой скоростью ZXC наваливал. А в это время внизу у нас пушили волки Тауэр. Сможет ли заденайт? Нет, не удается Айве заденайт Тауэр. И Резолюшн соло пошел наваливать Рибаку. Так, пошло пивко у нас в Резолюшн. Резолюшн здесь под собственной медалькой и уже пожалел, что ее дал. Есть, в принципе, БКБ, есть Владмир. Может попробовать подраться. Получится ли разложиться у Айвы? Да, успевает он отойти и раскладываться, собственно, не будет даже смысла. Ульта от аппарата в никуда. Always wanna fly на этот раз оказывается неточным. Ну что, драка село на село. Ни одно верх не взяло. Нормально все. Побили друг другу хребты. Что Айва, что Resolution. Но разошлись по линиям. Так, Resolution имеет уже в стэше Plate Mail. Есть Chain Mail. Остается совсем немного до рецепта на Керасу. А как дела у нас обстоят у Bristol Back? Bristol Back насобирал Hood of Defense и готовится в пайп выйти. Остается ему совсем немножечко до рецепта на пайп. У Nightstalker есть Аганим, мы это помним. Есть гем, ну, набор старых артефактов на подсейв. Появляется еще и Ogre Club. Я так понимаю, в БКБ, да, у нас выходит скрин. Так, скрин у нас проюзал ульту. Куда направляется скрин? Никуда не направляется, просто провязал ульту, чтобы ночь была длиннее. Хорошо, хорошо. Переписал книгу Скотта Фиджеральда. Ночь длина. Теперь у скрина, я так понимаю, выйдет какой-нибудь бестселлер. Ну что, это для всех, кто читал, спасибо большое. А скрин имеет у нас 270 по голде. Ogre Club, я так понимаю, в курице, да, его летает? Нет, Ogre Club. А где Ogre Club находится? Куда ушли деньги скрина? Давник, не очень понимаю. Вроде был у него Ogre Club. Вроде после этого Ogre Club куда-то из курицы исчез. А может, это не его был Ogre Club. В принципе, я запутался уже за всеми этими перемещениями артефактов по карте. Скрин у нас гуляет возле чужого секрет-шопа. Вообще его ничего не страшит. Бигдум тоже у нас за реку зашел. Абсолютно без проблем каких-то. Сайлент у нас здесь в кустах находится. ZXC пытался его забрать. Не забрал. Не увидел. Сайлент через... Даггер аут и через Ульзори Орб отсюда сваливает. И
Драки пока что нет. Ну, давайте глянем по артефактам, какие дела обстоят у кого. Скрин, все, я больше не берусь разбирать его артефакты, он меня путает. Бристлбэк у нас имеет Гримзон Гвард, готовый Pipe of Insight. У Брюмастера попытка собрать Аганим пока еще не увенчалась успехом, но остается всего 1000 по голде. У Дазла имеется Урна, имеется ПТ, у Лины имеется Аганим, Йоул, ну, Талисман и Банка. Так, кто у нас убегает? Сайлент у нас убегает, за ним погоню продолжает Скрин. В принципе, ночью нормально Скрин бежит. Сайлент у нас уходит в фейсшифт и решили не гнать дальше бедолагу Пака. И давайте пока на Сайленте остановимся. У него есть Иулги, у него есть выход в Аганим. Остается 1100 до покупки этого заветного артефакта. Vengeful Spirit имеет медальон, имеет Power Threads, если не ошибаюсь, два медальона на команду. Да, у Ликантропа есть БКБ, есть Кираса. Имеется Владмир, имеется ПТ. Ликантроп пока что запакован до нельзя. 14700 голды у этого парня. У ZXC на фармящей линии у нас 12000. Чуть-чуть не хватает. У Пака 10 и 10 у Брюмастера. Ну, это четверка лидеров. Бристлбэк кое-где там тоже затесался, но это уже топ-5. Бристлбэк, в принципе, на уровне. А вот Йокуна... Тимберсоу немного отстает. У Тимберсоу не появляется тот самый артефакт, который я уже вспоминаю на протяжении 29 минут. Так как же тебя, зараза, зовут? Вот как его зовут. Бладстоун. Может, я один раз правильно его и назвал. Постоянно путается у меня в голове. Бладстоун, Сол Бустер, Поинт Бустер и все-все-все, что с этим может быть связано. Вот в Бладстоун, в общем, не вышел Тимберсоу, но с другой стороны, Сол Ринг здесь есть. Можно будет чуть попозже что-то насобирать. Но не так много файтов переживает Йоко, чтобы был какой-то резон вообще в наличии Бладстоуна. 2 килла, видимо, у него 3 смерти и 3 ассиста. То есть максимум, что он мог здесь насобирать, это плюс 5 зарядов. Ну и при 3 смертях потерял бы он больше, чем изначально бы купил зарядов в Бладстоуне. Ну что, выход готовится у нас на Т2 по нижнему лайну. Здесь пока в пятером команда М5. Они собрались тоже пушить Т2 по зеркальному лайну команды Empire. Йоко стоит здесь в лесу. Здесь подходит у нас Vengeful Spirit. Ставит она в вард. Это хорошо. Vision, в принципе, имеется. Ну что, можно выходить. Так, на всех у нас попадает ульта Бигнума. Ребята, в принципе, будут нормально по дефу. Проседать не должны. Ульта от аппарата. Зацепит ли она ZXC? Нет, ZXC не цепляет. Но цепляет Сландера и Айву. Здесь у нас падает Т2 с одной стороны и Т2. С другой стороны, у кого руки крепче. Посмотрим, кто быстрее допинает тауэр и успеет ли вернуться одна или другая команда. Здесь глиф проюзан и здесь глиф проюзан. Ну, таура просто абсолютно идентично падают. Падает здесь тауэр, ну, с опозданием в 2 секунды. Ну что, кто-то пойдет дальше, а кто-то свернет назад. Оба сворачивают назад, обе команды. Вот, и решили не идти. Но здесь, опять же, горит Т2 по миду. А у команды Empire уже давно Т2 нет. Вот Moscow 5, волки едят. Т2. Скрин кое-как пытается войдом забрать волков. У него это хорошо получается. Но волки, в принципе, там уже и время жизни их подошло к концу. Как бы это печально не звучало. Отдефали Т2 игроки команды Moscow 5. И готовится выход на, я так понимаю, на мидлейн, потому что собрался здесь и Бигнум, и Скрин, и недалеко от них был Айва. Что у Айвы? У Айвы появился Аганим, наконец-то. Так, что-то артефакты появляются, а я все не смотрю и не смотрю. У Найтсталкера после Аганима ни хренища не появилось. Скрин продолжает бегать с деньгами в своем стэше. 1350 у него есть. У Бристлбека после Пайпа появляется Плейт Мейл. Как я понимаю, будет выход в Керасу, скорее всего. Может, в принципе, это будет Шива. Брюмастер имеет Hand of Midas, когда ты его купил, давно или сейчас. У Брюмастера, в общем, ничего нового не появляется. У Дазла Ogre Club есть, я тоже так думаю, скорее всего, выход в Аганим, но Аганим не близко. Для Дазла у Лины, помимо Аганима, и Еула, и Блинкдаггера, появляется еще и Ultimate Orb. Куда этот Ultimate Orb мы посмотрим? Ну, было бы неплохо Хекс еще один заиметь. Почему нет? Вот, так, ульту у нас проюзал Скрин, и, я так понимаю, будет готовиться выход на Рошана. Рошан у нас уже стоит, об этом знает команда Moscow 5, и об этом должна знать команда... Нет, что это за Vision Варда? Что это за Вард такой? А, это ночной Vision Варда. Да, Team Empire не знает, что падает Рошан. Резолюшн первый.
раз забрал Рошана, а все последующие разы отходят они московской команде Moscow Fight. Кто забирает Aegis, Aegis забирает Лина. Ну все, за XC on fire, он должен теперь идти и бить. Убили здесь еще и Волка, ну такое прощать нельзя. За XC должен двигаться, я так понимаю, к линии хайграунда и вместе со своей командой пытаться спушить стороны. Потому что что вы ждете? Вы ждете, пока у Линкантропа Волки под хаулем, да и все остальные под хаулем будут разбирать ваши стороны? М5 решает выйти на команду Empire. И знает ли об этом Empire? Нет, а Empire об этом знать не могут. Скрин у нас бежит. Ну, сейчас день на дворе. В принципе, скрин не так быстро бежит. Будет ли Vision? Здесь, в принципе, нет. Под смоками игроки команды Moscow Five. Они что, они разойдутся? Они разойдутся, я так понимаю, и не встретятся в лесу. Да, в лесу они не встречаются. Always Wanna Fly единственный, кто спалился, и за ним будет погоня. Ну, погоня как таковая не случилось. В итоге один несчастный Йока здесь может подраться. Так, Резолюшена здесь поймали. Резолюшен у нас БКБ и ТП аут. И правильно делает. Сразу 4 игрока команды Empire отхватили от ульты Always Wanna Fly. Но здесь пайп есть. Вывезли. Не так сложно, не так страшно, как казалось издалека. Пак у нас уже имеет Аганим. Сайлент собирал себе Аганим помимо Юла и Даггера. У Пака все расчудесно. Давайте глянем статистику. А вот она и статистика. 800, даже меньше 800, 770 по голде впереди Empire, а итого теперь меньше всего лишь 170 по голде впереди Empire, это значит ничего. И также Empire по XP всего лишь на 2000 опережает своих оппонентов. Ну, игра очень ровная, 16-10, конечно, где-то и скучноватая игра. Ну, ничего не поделаешь, тут цена победы велика, и велика она, конечно, в мозгах и, ну, вообще ментально. Еще не финальная стадия таблицы, поэтому ничего страшного тут особенно не будет, если команды проиграют. Но, опять же, это российское дерби, и тут сражаться стоит. Кого бить? Бей своих, чтоб чужие боялись. Поэтому М5 должны сражаться в максимум своих возможностей. Ну что, у нас будет подход, я так понимаю, к хайграунду. Здесь у нас внизу Йоко. Йоку если ТП, у Йоку есть ТП. Йоко профессиональный игрок. Йоко юзает ТП и улетает на базу. И что, подход к хайграунду. Посмотрим, как будет первый заход на боевые позиции команды Empire проходить. Так, у нас Dreams Coil сразу по троим. Стан пошел у нас в скрин. Очень битый скрин. Пытается его каким-то образом выхилять еще Дазл. У него это пока что получается. Скрин еще живет. Ульта пошла от аппарата. Ульта зацепила. Вообще никого не зацепила ульта. Так, бегает у нас Сландер. Да, Сландер все-таки под ультой аппарата. Бегает Лина тоже под ультой аппарата, но она еще живет. Грейв на ней есть. Развалили у нас уже, в принципе, практически полностью за XC. Резолюшен бегает БКБ на лоу ХП. Скрин в таверне уже давно. Сландер у нас отъезжает тоже в таверну. На лоу ХП у нас находится Айва. Пошла погоня за ним. Ловит он стан. Бигнум. Есть ли грейв? Грейва нету. Грейв есть. Грейв на Лине. Лина тут после Аегиса встала, еще раз умерла. Ликан забирает вместе с Always Wanna Fly. Забирают у нас Лину. Поделили между собой деньги. И что? Один Дазл жив. Один Дазл жив. И где ты, Дазл, если ты жив? Дазл у нас сделал ТП-аут и ушел на базу. По итогу этого файта 18-14 становится счет. И команда Empire зарабатывает 1300 своего золота и отнимает еще 670. И по XP тоже на 3000 график в свою сторону направила. Мы это сейчас с вами увидим, даже чуть больше. Ну да, в принципе, 2500 было, а сейчас где-то 5500 по XP. Silent вообще уже плевать на всех хотел. Он подходит драться, поднимает себя в юл. Скорее всего, уйдет фейсшифт и даггер раут. Тут ничего, в принципе, мудрого не требуется. Dreams Coil поставил. Бигнума здесь зацепили. Бигнум, скорее всего, отъезжает. Хотя, в принципе, может и выжить. Да, Бигнум у нас выживает и бросает на себя грейв. Да, бежать надо Бигнуму, потому что от крипов сейчас так нахватается жестко. Да. Бигнум немножко запутался в кнопках. И Always Wanna Fly все-таки добивает его своим ультом, дотикал Бигнум. И по итогу файта этого закончился файт в 1-1-0. Забрали у нас одного Дазла, а Silent ушел отсюда невредимым. Always Wanna Fly в лесу встрял, у него есть Аганим, но этот Аганим его не спасет от верной смерти. Хотя можно попробовать дать ульту. Нет, ульту он проюзал Cold Feet на скрина и таким образом даже не надамажил толком. Не надамажил толком...
Night Stalker. Так, 620 по голде в итоге заработал у нас, заработал Moscow 5, 470, видимо, отошли Night Stalker, и 147 за ассист отошло Bristol Becku. 19-15 счет на данный момент, по голде дела обстоят следующим образом. 4 с копейками выигрывает у нас Empire, и по XP тоже порядка 10 тысяч преимущества, преимущества Империи. Сландер имеет Plate Mail, 1900 имеется сверху, посмотрим, что это будет, будет ли это Hyperstone, или все-таки он пойдет в Шиву. Скрин после Аганима имеет 2800, пока что ничего не покупает. Тут, я думаю, самое время задуматься о покупке какого-либо Башера. Нет, все-таки купил, купил Митрил Хаммер. Значит, это будет выход в БКБ. Может быть, ну, конечно, есть смысл. Здесь уже Аганим с... ой, аппарат с Аганимом. Конечно, здесь есть смысл. Вот у нас ульта влетает, и смотрите, что творится с Алоха Дэнсом. Алоха Дэнс разбирается на молекулы, это понятно, все его разносят. Но смотрим, да, как сильно тикает... Night Stalker. Надо бежать на свою базу. Ничего, собственно, не остается. Надо просто бежать под фонтан. Ты получаешь ульту и бежишь ты под фонтан. Дазл здесь тоже под ультой. Практически на фул хп просел. Ну, две трети так точно ушло. Брюмастер, по-моему, не попадал в ульт. Was on the fly. Ну, короче говоря, что я вам рассказываю. Все, кто смотрит эту трансляцию, наверняка играли в доту. А если вы играли в доту с неплохим ММР и понимаете, что аппарат может не только собирать криты, рефрешер и еще какую-нибудь ерунду, а может собирать аганим. Вы понимаете прекрасно, как сильно дамажит этот скилл под аганимом. Еще 20 секунд будет тикать, и вот Бигнум, собственно, живой тому пример. Так, у нас здесь на Бигнума мы посмотрим. В принципе, в верхней панели вы увидите Бигнума. Скрина поймали здесь, разбирают его очень быстро. Забирает этот фраг Ликантроп. Вот резолюшн у нас что по счету имеет? По счету у резолюшна 2-2-4, не самый крутой счет. У ZXC, кстати, первенство в плане фрагов, когда у него самый крутой 7-4-3. У Найтсталкера 6-2-7, ну, по убийствам М5 нормально себя чувствует. Давайте глянем состояние выкупа, есть ли возможность пропушить, есть ли возможность отбиться в случае чего. Ну, байбек есть у ZXC, байбек есть у Резолюшена и у Сайлента. Короче говоря, у одного ZXC в случае, если Empire пойдет нападать, есть байбек. Ну, дальше нетворсы. Смотрим на Нетворса. Куда деваются деньги? Ликан как не в себя, конечно, фармит. 3500 у него есть на руках на данный момент. Есть уже Скулбашер имеется. Через 100 голды будет иметься Abyssal Blade. Ну, Ликантроп, конечно, зверь. Ничего с этим не попишешь. Вот, фарм нормальный. 21 тысячу нафармить за 40 минут. Конечно, не самый крутой показатель. Но, тем не менее, он первый на карте и... От него Лина отстает, хотя Лина, которая отстает всего-то на 3500, ну пускай так на 4000 от мейн-героя на карте, вот Ликантропа, это, конечно, удивительно. Есть уже Хекс у Лины, она не только дамажит с руки, но она еще и нормально дизейблит соперников. Фарм, в принципе, у Лины тоже неплохой, глянем по крипстату. 224 крипстат, 225 у Пака и 244, в принципе, по крипам тройка лидеров со стороны команды Empire. Ну что, драка будет на миде, или мы будем дальше фармить? Ну, скорее всего, будут дальше фармить. Рошан у нас дотикает через немного времени. Здесь уже стоит волк Ликантропа. Команда М5 проюзала смок, и, скорее всего, у нас будет выход. Скорее всего, у нас будет выход и драка. Йоку здесь замечают. Йоку делает, пытается сделать даггер-аут. Вовремя настиг его скрин. Высвапывает Йоку у нас. Vengeful Spirit, Vengeful Spirit. В принципе, фул хп Йоку тоже. Так, у нас уже отваливается Night Stalker. Драка разделилась. Резолюшн пилит ZXC. ZXC взлетает в воздух на собственном Юле. Резолюшн не знает, кого ему бить. И отходит отсюда из драки. Сайлент у нас умирает. Сайлент успел проюзать Dream's Coil и умирает. Так, Always Wanna Fly тоже у нас ульту уже проюзал. Тимберсоул единственного имеется ульта. Но его ульта не такая важная, как у тех же Резолюшна и у Сайлента. Ну что, по итогу разменялись 2 в 1. 2 в 1 и в пользу... Эта драка была в пользу команды Moscow 5. 1270 по голде они зарабатывают, а нифига еще не разменялись. Еще ZXC будет гнать Йоку, пока бежать может. ZXC имеет уже 1400 на руках. Сейчас, я так понимаю, собирается забрать у Наэгис. Но будет неплохо, прилетают они сюда, и о горе, какое разочарование ждет Moscow 5. Но здесь ждать Рошана, в принципе, есть смысл. Минус 2 со стороны команды Empire. Так что за Рошана пока что как минимум секунд 10-15 стоит постоять, посмотреть,
ну и поддержать эту территорию, получить более выгодную позицию в случае драки. Сландер здесь, все в принципе здесь, ZXC имеется, Кираса имеется уже у Сландера, все-таки не Шива, а Кираса, это хорошо. Это же мое предположение насчет Шивы, ну, как я понимаю, оно не самое верное. Я, в принципе, не претендовал на это. Так, глянем на секундочку, что у нас по трансляции. По трансляции, я вижу, у нас дела обстоят вполне себе резонно. Да, все, кто занимается вопросами, что с качеством, что не так у нас происходит в трансляции, почему, где фул качество, которое можно получить, еще раз повторюсь, и для тех, кто в первый раз всего нас слушает, повторюсь еще раз, что мы только начали работу на официальных матчах. Это совершенно новая студия Игрокам ТВ. Микрофон, друг ваш. Ваш, разумеется. Вот, и студия Игрокам ТВ всего второй день ведет трансляцию официальных матчей. Всем, кто присоединился к нам, огромное спасибо. Мы будем рады радовать вас матчами. Короче говоря, такая вот новая студия. Поэтому пока что ждем, что нам скажет Twitch TV на официальное соглашение. И тогда уже будем иметь фулл качество. Если хотите, верьте, хотите нет. Но на компьютере у меня такое качество, что мне иногда даже страшно выключать монитор, мне все время хочется смотреть на эту доту. Она настолько красивая, настолько красочна, что если вы ее увидите, вы, возможно, больше не сможете смотреть другие каналы. Ну, это все, опять же, лирическое отступление. Еще раз напоминаю, студия Игрокам ТВ. Стримим как хотим, а хотим стримить хорошо. 24-17 счет на данный момент. Moscow Five по-прежнему впереди. Глянем, что по деньгам. По деньгам 2500 они пока проигрывают. И по XP проигрывают порядка 7000. Но вот по фрагам опережают команду, команду Empire. Ну, мы понимаем, да, фраги ничего, в принципе, бараки все. Поэтому это не футбол. По фрагам можно выигрывать и 45-0. И остаться без тавров, без бараков, без трона. Так что, конечно, Empire впереди. Хотя вот последний файт был все-таки в пользу Moscow Five. Ну, это неудивительно. Персонажи такие, которые дерутся лучше. Просто сами по себе персонажи дерутся лучше. У команды Empire все зависит от ультов, которые удачно могут даться, могут и не пройти. От Dream's Coil, сколько зацепит Dream's Coil, от ульты Ancient Operation, которая зайдет, не зайдет, на каком расстоянии аппарат у нас находится. А здесь Brewmaster, он бьет рукой, ему вообще плевать на все скиллы соперника. Здесь Bristol Back, ему просто на все плевать, посмотрите, что происходит. У человека 33... Человека Bristol Back. У Bristol Back 33 дефа, нормально так по хп, собственно, он тоже бьет с руки. Здесь Лина, которая тоже дамажит, конечно, и скиллами, но теперь и с руки наваливает нереально сильно и нереально мощно. У нее 170 своих, да и плюс, посмотрите, скорость атаки. Скорость атаки чокнутая, 0.43 в секунду. Так, ульта по троим сразу проходит, скрин вовремя включил БКБ. Не будет проседать по хп, ZXC проседает по хп, очень жестко резолюшн его сгрызает. Vengeful Spirit у нас отправляется в таверну, летает. В ветрах у нас дазл, никого не может подсейвить Бигнум. Да уже, наверное, и поздно. Silent тоже у нас, скорее всего, отъедет. Silent на лоу хп на своей базе бежит. Догорит ли? Да, догорает Silent. Байбек у нас уже пошел от скрина. Байбек у нас от ZXC. Будут ли они возвращаться в драку? Да, они бегут с Т2. Вот отсюда. Драка продолжается здесь. Развалили у нас уже Vengeful Spirit и Пака со стороны команды Empire. И все игроки команды Moscow Five живы. Они идут, они готовы драться. Сюда пришла Лина. Моментально Лагуну Блейд с Аганимом разрядила в Йоку. Йоку отправляется у нас в таверну. Ульта от аппарата влетает по троим игрокам команды Moscow Five, и нужно ждать еще 15 секунд, пока она закончится, чтобы похилить. Ну что, здесь есть крипы, будет ли топ? Да, топ будет. Moscow Five не собираются давать победу в этом матче. Как я понимаю, плевать они хотели на преимущество по деньгам. Мы зарабатываем фраги, мы убиваем бараки, мы сносим вас к чертовой матери и выигрываем доту. Фармят все, в принципе, маны еще немножко у дазла есть, подхилить получится. Хоть как-то так скрин у нас подрубает БКБ. Вгрызается он в Vengeful Spirit, она у нас на базу отправляется. Resolution под БКБ дерется, Сландера грызет в спину. Сландер тоже отправляется на базу у Айвы.
Ой, имеется ли Primal Split? До Primal Split еще 5 секунд. Пока что в ветрах у нас летает ZXS руки, попытается разобраться Resolution. Resolution живет, у Resolution остается low HP. Resolution на 90 HP уходит из этого файта, и Лина отъезжает также. 102 секунды ее не будет, это после байбека. По итогу этого файта 5 в 0. Ну какие 5 в 0, да, мы помним. А, хотя да, в принципе 5 в 0. Размен выигрывает команда Empire 8600 по XP и порядка 800 по голде зарабатывает. И полетела у нас ульта. А в кого ульта полетела, мне непонятно. Есть только живой фуловый брюмастер. В крипов, да, я так понимаю, полетела ульта, чтобы пропушить одну из сторон. Ну, поздно. Поздно вовремя здесь Айва отфармил сторону, так что крипы, конечно, линия крипов двинется. Я так понимаю, команда Empire хотела выйти и отомстить снесенным мидом, ну так выходите и отмстите. Йоку уже бежит по топ-лайну, один брюмастер жив у нас, через 12 секунд появится Dazzle, Nightstalker и Bristleback. Это все хорошо, это все сильно, но Лины не будет еще 45 секунд, и можно будет попробовать забрать Т2. В принципе, Йоку по-хорошему стоило бы сместиться на Т2 и помочь своей команде снести Тир-2 Тауэр по миду. Здесь уже есть крипы. Надо попробовать хотя бы забрать сторону. Но когда жива будет Лина, драться не будет смысла, потому что даже на вражеском хайграунде M5 в драках смотрятся поувереннее. Здесь Always One of Life притык. Какую ульту он сможет дать, мне непонятно. Dreams Coil высвапнули у нас Сландера. Сландер ничего не успевает включить. Ульта пошла от аппарата сразу по двоим. Скрин у нас в БКБ бегает, разваливает все, что видит. Бристлбэк моментально байбэк делает. Йоку у нас улетает в деревья. Скрин продолжает гнать Йоку. Резолюшн на половине хп уходит у нас из файта. 3200 есть на руках у Резолюшна. Может, пора подумать о какой-то... о какой-то Тараске. Йоку здесь подцепили. Сайленс бросили в Йоку. Надо динается за счет... Динается за счет Бладстоуна. Успеет ли он? Успеет. Да, успевает Тимберсон. На последней секунде успевает задинается за счет Бладстоуна и... Кто-то у нас получает приз за смерть от руки союзника. Ну, сам себя добил у нас Йоко. Тут, в принципе, никакого союзника не было, но так пишется. Ну что, опять драка закончилась в пользу команды M5. И есть смысл идти на мид. И о, господи, ZXC решил фармить Эншентов. Лина, которая фармит Эншентов. Чтоб я сдох еще раз. Лина у нас имеет 300 уже по голде у себя в активе. Есть у нее... Айо в Скаде. Есть у нее Sight of Vice. И что еще может появиться, собственно, у Лины? Ну, с такой скоростью атаки тут можно вплоть до того, что в криты идти, с руки развалять. БКБ было бы очень неплохо получить Лине. Я думаю, она это не хуже меня понимает. Можно уже отправлять, наверное, в никуда Йоул и попытаться купить БКБ, потому что от ульты аппарата уже на протяжении, пожалуй, 20-25 минут очень жестко терпит у нас вся команда Moscow Five, и если они хотят дальше драться, то надо как-то себя обезопасить. У Найтсталкера БКБ давным-давно был и уже скоро закончится. Ну, не закончится, конечно, я имею в виду. Уже на минимуме он стоит, и быстро заканчивается любой проюзанный БКБ. У Бристлбека БКБ не имеется, но у него есть, на секундочку, пайп. У Дазла БКБ нет, БКБ здесь и не пахнет. Клакас собирается, ну, это так просто для личной выживаемости. А так, тут у нас DDoS, я так понимаю, да? Ну или не, как я уже сказал, еще бы 700 насобирать, забить на байбек и купить БКБ. И можно было бы, я думаю, пронести и развалить всю базу команды Empire. Давайте глянем по артефактам, что у нас у Империи. Здесь у Тимберсоу имеется Bloodstone, имеется Ultimate Orb. Ultimate Orb, я так понимаю, в Hex, скорее всего, будет входить у нас Тимберсоу. Ancient Operation с Аганимом, с Форстафом. Hand of Midas, ну это то, о чем я говорил. Midas помогает зарабатывать. Midas, помогаем зарабатывать вам на артефакты. 3800 на руках у Ликантропа. Это все после Abyssal Blade, после Керасы, после Медальона, после Владимира, БКБ и Boots of Travel. Класс, 3800 есть. Может быть, есть смысл обновить БКБ, в принципе. Да, ну и от Медальона придется избавиться, потому что Медальон, ну, бесполезен уже на такой стадии игры. Сюда, опять же, можно купить вместо Медальона тот же Дезолятор, если это, конечно, не слишком поздно. Ну, Resolution нам покажет, что можно действительно купить. Так, у Vengeful Spirit нифига здесь нет медальонов. Кураж есть здесь, батла есть здесь, ПТ, 1500 на руках. Ну, можно было бы попробовать форстав какой-то, разве что для подсейва тиммейтов взять или
попробовать насобирать аганим. А с другой стороны, зачем собирать на аганим, если себя насейвить в любом случае не будет, скрипами свапаться тоже не будет. Ее работа высвапывать своих тиммейтов. И понятное дело, что Aloha Dance об этом знает немного лучше, чем кто бы то ни было. И у Сайлента на данный момент имеется 2500 на руках, Ultimate Orb есть, и остается порядка 1000 еще до Хекса. Что там, дедосят? Кого дедосят? Может, и меня дедосят? Надо глянуть. Так, не переключаемся, мы немножко глянем, что у нас в чате происходит. Так, смеются, надо обновить БКБ. Да, обновить БКБ, все правильно, перекупить БКБ. В чем проблема? Так. Ну все, в принципе, нормальный флейм в чате. Значит, все идет по-людски. Ну что, продолжается DDoS у нас, видимо, кого-то из игроков. Кто там у нас об этом заявлял? Об этом, в принципе, ушел у нас уже чат командный вверх. Поэтому непонятно. Ну, все, что я успел заметить, это то, что кого-то из игроков у нас DDoS'ят. Благодарные фанаты. Ну что, возвращаемся к матчу. Возвращаемся к матчу. У нас 51-я минута этой игры заканчивается. Moscow 5 против команды Empire. Для тех, кто только что подключился на паузу, вы вовремя пришли. Всего лишь 50 минут пропустили. Это не так уж и много. При том, что возня у нас происходит от лайна к лайну и от хайграунда к хайграунду. Впятером собралась команда Empire и собирается выйти, я так понимаю, на мид кого-то поймать. Да, посмотрим. Здесь, в принципе, впятером стоят игроки Moscow 5, ждут их уже. Готовы врываться. Готов врываться Silent, это главное. Silent должен влететь, дать сало. На то он и Silent, черт возьми. Так, друг друга заметили. На хайграунд у нас отходит Moscow 5. Отступают они. Умирать здесь ни в коем случае нельзя. Resolution бежит за ними. Растянулись игроки команды Empire по карте. Здесь уже Бигнум на базе. Здесь уже Сландер тоже на базе. И, я так понимаю, Айва просто летит и просто бьет крипов. Вообще не хочет он даже разговаривать с командой Empire. И летит, бьет крипов, покупает ТП, улетает назад. Все нормально. Отпушил лайн, как будто просто прогулялся в магазин за хлебом. Еще и купил печенье к тому же. Что у Resolution? У Resolution по-прежнему 4300 на руках. Медальон. Медальон этот глаза мне уже мозолит на 52-й минуте. У Vengeful Spirit, тем более, этот медальон тоже имеется. Рошан у нас будет, ну, относительно не скоро еще. Silent 2800 имеет на руках. 700 осталось до Хекса. Always Wanna Fly имеет у нас 2900 на руках. А что можно было бы приобрести Always Wanna Fly? Куда потратить эти деньги, если не на байбек? Тоже, в принципе, неплохо было бы... неплохо бы... Да ладно, не хочу даже рассуждать, что неплохо было бы Always Wanna Fly покупать. В принципе, он не кор-герой, меня он особенно не интересует. Меня интересует вот этот парень, а этот парень покупает Refresher Orb. И это уже очень и очень круто. Refresher Orb на Resolution. У Resolution нет денег на байбек, и ближайшие порядка 2000 голды не будет. Так, драка у нас началась. Aloha Dance моментально отсюда уезжает, я так понимаю. Да, Aloha Dance у нас разваливается. Причем ZXC просто с руки ему наваляло. Одного даже Бигнума не ловит у нас аппарат в ульту. Ульты аппарата нет. Нет здесь Vengeful Spirit. Vengeful Spirit байбекнутая. И все это понятно. Все, Resolution байбека нет. У Vengeful Spirit байбека нет. Можно идти драться. Почему нет? Почему нет? Стоит, в принципе, попытаться зайти, кого-то зацепить. Silent видит у нас... Silent'а видит у нас, точнее, скрин. Пошла у нас драка. Resolution разультился, зашел в БКБ. Resolution уже не будет и, скорее всего, не будет до конца этой игры, если нормально драка для Moscow 5 закончится. Айва, успевает ли у нас Primal Split использовать? Нет, пока что еще не использует Primal Split. Отъезжает у нас на базу. Айва почему-то не заюзал Primal Split. Видимо, был в Silence. Йоко здесь жив и живее всех живых. Летают его чакрамы. Погоня за Always Wanna Fly. Always Wanna Fly 100% вот здесь уже умирает. Пак влетает сюда. Скрин у нас. Так, ZXC, черт побери. Троих у нас уже убивает ZXC. Скорее всего, еще и Silent'а попытается разобрать. Погоня будет за Silent'ом. Silent у нас летает в ветрах, уходит в Phase Shift. Но это его дело. Он может отсюда делать Dagger Out. Команда Moscow 5 плевать вообще хотела на всех, кто отсюда уходит. Их дело сейчас убить бараки и попытаться снести, скорее всего, третью сторону. Пока нет Resolution'а. Resolution'а нет еще
46 секунд. У Резолюшена... Сколько у Резолюшена денег? У Резолюшена 100 копеек. Он купил Refresher Orb и не заюзал его. Это самое бесполезное капиталовложение в 2015 году. Такое ощущение, что Резолюшен вступил в МММ 2015. На этот раз все по-честному. Так вот, Резолюшен остался без денег, Резолюшен остался без возможности выкупиться, и, скорее всего, Резолюшен остался без Т3 по низу и бараков по нижнему лайну. 20 секунд еще его не будет, 20 секунд должно хватать. Под Гримзон Гвардом надо просто бить бараки. Да суицидиться, не суицидиться, даже не надо суицидиться. Пайп есть, Гримзон Гвард есть. Все, бараки падают, можно драться, можно уходить назад, можно писать ГГ, можно, в принципе, делать все, что угодно. Ошибка Резолюшена. Я, конечно, ни в коем случае его не флеймлю, но ошибка Резолюшена стоила игры команде Empire. Ну, опять же, он покупал не в соло, это команда, у них командный чат, у них общение. И я думаю, когда он покупал Refresher Orb, он знал, точнее, знал мнение своих партнеров по команде. Ну что, побежал у нас Резолюшен. Я так понимаю, попытается он... А что он попытается сделать? Он попытается убить Рошана. Зачем тебе Рошан, если у тебя нет слота? Зачем тебе Рошан, если у тебя нет топа? Если у тебя нет мида и у тебя нет нижнего лайна. Резолюшен, ну, немножко странный мув. Ну, отчаяние, просто отчаяние. Делай невменяемые вещи. Знаки вопроса, профит. Ну, катка, скорее всего, проиграна. Ну, вообще не изи, конечно, катка. Но, тем не менее, проиграна. Резолюшен забирает у нас Рошана. Пак берет Аегис. У Пака есть Мейлстром. Я так понимаю, команда решила подефить. Пак у нас с Мейлстромом. Ну, это надо было еще посмотреть. Сайлент, видимо, отчаянный, говорит, все пуш, я останусь на деф. Ну, тут не задефишь. Здесь, во-первых, не задефишь от мега-крипов, а во-вторых, здесь не запушишь команду Moscow 5. Потому что здесь есть все отбрасываться, есть все отхиливаться. Бристлбэк просто будет стоять и издалека за бараками наваливать спреем и попробую его зацепить. Бристлбэк никого никуда не пустит. Найтсталкер у нас тоже, в принципе, с руки бьет неплохо, но он время будет тянуть. Пока убиваешь Найтсталкера, в это время мега-крипы сносят тебе трон. Это все очевидно. Мега-крипы какие красивые. Кстати, мне вот одному кажется, или вот эти крипы кричат? Ладно, вообще не мое дело. Ну что, вроде же было ready, steady, go. Что-то, что случилось у нас с командами? Пауза пока что продолжается, да, скрин готов начинать, и все готовы начинать. Не очень непонятен мув команды Empire. Они, видимо, верят, что еще можно будет отбиться. Ну, это их дело. Сыр у нас у аппарата, а у Пака имеется Аегис. Мне нравится мув команды Moscow 5. Это роскошь. Это роскошь. Это пати. Они просто стоят здесь. Да вообще они навертели-вертели все, что думает Empire относительно... Да, какая красивая Лина. Лина покрутилась для нас. ZXC показал, что он готов к вечеринке. Все, в принципе, все в сборе. Можно начинать. Они впятером ходят. В принципе, уже ничего им по большому счету не нужно. Им нужно ходить впятером. Им нужно не сливаться. По возможности им нужно убивать, а если не убиваешь, убегай. Есть сайт Vice, имеется Refresher Orb у Лины, она дает двойной хекс, она дает двойную лагуну, если маны хватает. Короче, она все дает, Лина дает. ZXC, в принципе, запакован более чем необходимо. То, о чем я, собственно, и говорил, да, деньги не выигрывают. В доте деньги не выигрывают. 27 тысяч у Резолюшена, 25 600 у Йоку. Дальше вот несчастные ZXC, это понятно, не очень несчастный, но дальше несчастный Сландер, у которого всего 18 тысяч по нетворсу. И тем не менее, нет никаких сторон уже у команды Empire. Давайте глянем общие графики. Уберись, график, уберись. Ну, где-то там в ноль, я так понимаю, выходят графики. Все-таки M5 свою отбили, когда снесли три стороны. Ну и заработок уже у команды Empire становится нулевой, потому что за мега-крипов никто ничего не дает. Но по XP, видимо, M5 проигрывают. И проигрывают порядка 9 с лишним тысяч. Ну, это все, конечно, классно, но стороны, к сожалению, в доте не строятся.
Что, это будет продолжение возни в ширинке? Что это такое? Уроки по сальсе? Что происходит вообще? Не хочет пушить команда M5. И, ну, то есть, M5 не хочет, а Empire уже, собственно, ничего не может в этой катке. Понятно, что катка сыграна, и, скорее всего, счет 1-0 в пользу Empire в этой серии. Серия, напомню, Best of 2. Класс, класс. Может музыку какую-то включить? Кто там любит флеймить мою музыку? Может включить музыку? Можно, в принципе, проголосовать в чате, сколько продлится этот матч. С этой минуты, с окончания 59-й минуты, сколько еще будет длиться эта игра. Я ставлю ставку, что минут 7-8. Рарочку на это. Прям зафлеймили. Вот вы ублюдки, а. Moscow 5, конечно. Конечно же, 1-0 в пользу Moscow 5. Сколько там дилей, я так понимаю, секунд 20. Короче говоря, говоришь глупость, через 20 секунд отхватываешь от всего моба, который находится в чате у нас. Ну что, готовится команда M5, я так понимаю, закончить эту игру? Или они просто решили выфармить еще и лес, лишить какого-то фарма, какого бы то ни было Empire? Йоко у нас получает хекс, отличная курица в шлеме бегает. Так, ZXC получает сайленс, отходит отсюда. Dreams Coil ни в кого. И ульта Always Wanna Fly в никого. В кусты она улетела, ну и все. И все, на этом игра должна закончиться. Крипы здесь огромнейшим количеством подходят к Т4. Здесь Resolution кое-как сражается, но это все бесполезно. Resolution получает ульту от Лины. БКБ провязал скрин, в ветрах у нас летает Йоку здесь на лоу хп уже в принципе. Также у нас Always Wanna Fly вдалеке стоит, но Лина его должна с руки разбирать. Да, Always Wanna Fly у нас... сыр съел у нас Always Wanna Fly. Выживает таким образом ZXC на лоу хп, но ZXC еще Laguna Blade перед смертью дает Vengeful Spirit. Она умирает. На лоу хп у нас Ликантроп. Ликантроп тоже здесь погибает. Байбек. Крипы уже уничтожили Т4. Байбекнулся Resolution. Умирает у нас Лина. ZXC в таверне, но, в принципе, ему выкупаться и никакого смысла нет здесь. Драка проходит без него. Айва у нас тоже отъезжает в таверну. Always Wanna Fly у нас погибает. 103 секунды его здесь не будет. Silent соло старается разобрать скрина. Пак, который в соло гоняет лейтового Найтсталкера. Это, в общем-то, интересно. Причем с руки это делает пак. Убивает он у нас все-таки НС. НС у нас отъезжает в таверну. Выкупается также Брюмастер. Ну и здесь крипы вместе с машинками допилили. Все-таки допилили трон команды Empire. По итогу этой относительно длительной катки, или как минимум затянутой, потому что файтов было не так много, и она была не настолько интересной и насыщенной, но тем не менее, хорошо, что хоть час она продлилась, а не полтора часа, как это могло бы быть. Ну что, по итогу этого матча заканчивается игра в пользу команды Moscow 5. Они в этой серии повели со счетом 1-0. Напомню, что... формат этого матча Best of 2. Ждем следующий матч и посмотрим, получится ли хотя бы еще один поинт в турнирной таблице набрать команде Empire и сравнять счет в этой серии до 1-1. Или все-таки Moscow 5 заберут 2 очка из этой серии. Услышимся через некоторый промежуток времени. До связи. Your eyes.